я решил это видео записать. Если хотите мне какую-то посылку собрать, лучше эти деньги вы отдаете друзьям. Не знаю, найдите бомжа там. Мне как будто еще раздвоение личности. Бывает, я не могу, два человека меня сменяют. Один дьявол, другой ангел. Бывает, словно у меня какой-то камень в душе. Я вообще за себя нахрен боюсь. Я не знаю, я становлюсь только хуже, не осознавая. При этом я не хочу ни с кем общаться, никого подпускать, ни с кем не дружить, ничего не обещать. Я сам себя ненавижу, я страдаю, это реально. Я сам себе не знаю, я вот не могу себя никак понять. Неужели я живу? Не могу осознать. Я решил это видео записать. Если хотите там мне какую-то посылку собрать, лучше эти деньги вы отдаете друзьям. Не знаю, найдите бомжа там. Мне как будто еще раздвоение личности. Бывает, я не могу, два человека меня сменяют. Один дьявол, другой ангел. Бывает, словно у меня какой-то камень в душе решает. Я вообще в себя нахрен боюсь. Я не знаю, я становлюсь только хуже, не осознавая. Поэтому я не хочу ни с кем общаться, никого подпускать, ни с кем не дружить, ничего не обещать. Я сам себя ненавижу, я страдаю, это реально. Я сам себе не знаю, я вот не могу себя никак понять. Неужели я живу? Не могу осознать. Ладно, короче, не буду вас больше грузить. Не хочу, чтобы вы грузились. Поэтому я закончил это видео. Не буду больше вас загружать. Просто вот так вот я всю жизнь живу со своими проблемами. Сам в них тону, они меня съедают изнутри. Вот. Закончим это уже депрессуху, это все. Давайте закрываем видео. Вот. И давайте всем счастливо, всем всего хорошего. Я думаю, что если у вас были какие-то такие подобные психологические проблемы, то вы их решили, вы нашли себя, вы полюбили себя. Вы нашли себя, поняли, полюбили, и все у вас нормально. Вот, и есть у вас девушка, и любовь, и вторая половинка, и все у вас хорошо. Вот, чего я вам всем желаю. Вот, всем всего хорошего. Вот, никогда никому не желаю того дерьма, которое у меня. Всем наоборот желаю всего самого-самого наилучшего. Вот, всех целую и обнимаю. Всем счастливы и всем пока.